прогнозировать данную ситуацию полностью невозможно. Во-первых, банк работал всегда нормально. У нас не было ни одного случая, чтобы они подводили центральный банк, были составлены мероприятия, но им не хватило, видимо, силы. Они свои мероприятия не выполнили. Мы им давали не раз предписания по этим вопросам, чтобы они улучшали свою работу. Но когда у вас кредитная политика, довольно-таки их очень рискованно. Потому что, видимо, будет еще вот такой вопрос, но немало деньги были направлены на собственный бизнес. Эту ситуацию просто помимо функции выплатить вкладчикам деньги в размере 700 тысяч, на агентство возложена еще законодательная функция провести расследование, все-таки, что явилось причиной краха этого банка. Для этого есть специальные процедуры, есть отработанная система взаимодействия с правоохранительными структурами. Задача номер один является выплата 700 тысяч, об этом Андрей Геннадьевич рассказал подробно, но уже сейчас вместе с временной администрацией здесь работают наши сотрудники, которые смотрят документы, прежде всего, конечно, за последний год деятельности банка. Мы посмотрим, какие были операции совершены и менеджментом банка, и в том числе в пользу акционеров банка. Эти операции дадут нам ответ на вопрос, что же это такое. Это просто кризис финансовый, который повлиял на ситуацию в банке. Это неудачная кредитная политика, это ошибки менеджмента, или это может быть что-то другое, например, преднамеренное банкротство или какие-то другие причины, которые находятся, скажем, вне рамок нормальной экономической деятельности. К сожалению, опыт нашей деятельности говорит нам о том, что 80% банкротств банков – это криминальное банкротство. Эта статистика, к сожалению, объективна. Поэтому вот задача номер два – это разобраться в том, кто виноват. Сейчас об этом говорить, конечно, рано, но такая работа уже ведется. После того, как агентство станет конкурсным управляющим, ликвидатором, произойдет это, мы надеемся, достаточно быстро. Для этого необходимо, чтобы Главное управление соответствующее заявление в арбитражный суд оформило. И суд примет решение уже окончательное об отзыве, не об отзыве лицензии, а ликвидации банка. Тогда мы придем уже как управляющие. И будем параллельно с работой по выплатам, в первую очередь оставшихся денег, и второй, и третий, заниматься расследованием. Будем вас информировать об этой ситуации совместно с администрацией, совместно с правоохранительными структурами. Случай нетривиальный по объему просто. Для регионального банка это серьезные деньги. Не только с точки зрения выплат как средств фонда, но и с точки зрения тех денег, которые вкладчиков останутся вне страхового покрытия. Почти 2 миллиарда – это много. То есть банку люди доверяли, несли сюда деньги, причем оставляли их в больших объемах. Так что будем внимательно работать, будем вас информировать о ситуации.